Много букв. Может, Женька пират живой еще? А что, друга, что? А что ты думал? Хозяин его одним ударом. Да и Женьку тоже, наверное. Пока ты не добежал, пока он не убежал. Даже если так, то что? А, я думал, это по стелсу. А бандит... А нет, бандиты это бандиты. Все, не, что-то я думал, что я какого-то в начале челика этого вальнул. Сюда-то добрался с такой раной. А пришлый этот что? Что там будет? Хлопал хозяин, и все. Он же там как окорок висел. О, подумали, что я сдох. Ботинки? Ребят, тебе не жалко, а ботинки жалко? Как это не жалко? Жалко? Короче, ладно, понятно. Бля, мне в самую гущу, короче. Вон там ходят уже, блядь, все. То есть, короче, учителя не существует. Ну, в смысле, он то ли умер, то ли чё, потому что они говорят, когда умер, буду, типа, экзамен учителю сдавать. Перешагни ты, блядь. Сука. Ага. Не, а может быть они все запаникуют? Хотя вроде не паникуют. Но они прям типа мирняк. Не, они там болтают дальше. Стоят, болтают. Так, Ромыч сейчас у нас на хранении, оленина, рыба, думаю, пара охотников пришли на другие работы, а то всех оленей перебьют, ну, да, понятно. Вот нифига, оленина надоела. Вот люди. Оживут, конечно, оживут. Так, там чел наверху. Пойдем, короче, наверх. Ну, подумаешь, ошибся. Что мне? Теперь всю жизнь тут сидеть. Чувак, я учился, за что ты получал? Какой-то реально пионерский лагерь. Я понял, короче, сначала верхнего вальнуть, потом нижнего. И нормально.
А шум, это же шум, пипец. То есть он реально этого не услышал? Это странно, ну ладно. Ой, блядь, куда я иду? Прикинь, не спалили. Ну это же, это, типа, не так должно работать, конечно. О, залутал. Бля, главное, чтобы не спалили. Бля, прикинь, спалили. Не, не надо нам такого счастья. Мы прям ниндзя. Кто меня палит? Непонятно. Блин, я бы лор этих пионеров почитал, а то я пока какие-то отрывки непонятные читаю. Не особо... Я пытаюсь, что они там, они переговариваются, я, в принципе, что-то пытаюсь там понимать. О. Ага. А это я куда выйду? А, еще одна потаёнка. Что? А. Типа можно было, короче, так забраться. Ну понятно, ладно. А, нифига себе, блин. Это что за говно? Ой, змея кусанула. Давай-ка зачилимся. А то сейчас скопычусь. Окей, на змею, видимо, нельзя наступать. Все, зачилибосились. Блять. Ну и чего? Сзади-то невелик подвиг. Ну раз невелик, значит и ты справишься. Как еще чужак заявится, ты сразу бери за пиво и круши ее так, чтоб учителя охота. Потроха типа все скидывают. Ты целый... Лежит просто гниет мясо. Так, ладно, Леху надо, короче, выручать, он по-любому здесь. Так. Только не падай в прорубь. Не, не нормально там. Нормальные челики. Я поэтому вообще не хочу с ними ничего делать.
потому что они адекватные, просто жесткий выживач. А пираты вместе с пионерами, думал, это разные, типа, какие-то лагеря или что-то еще. Девчонок, не обижать. Тихо. Прикинь, успел. Ну, это немножко косяк, конечно. Одна пулька. Да. Это, конечно, он, типа, он мог меня спалить. Вот это вот, блядь. А, нет, это револьвер такой, типа, как винтовка. Кикует. Ладно, потушим здесь все. Не, мне нравится с арбалетом, слушай. Нормас. Чем-то посмотреть, есть ли баллистика у этого арбалета. Если я издалека могу прям точно в цель бить, то я просто снайперский прицел накачу. И вообще красота. Так, я что-то немножко... Чужак здесь! Тревога! А с хера ли вообще меня запалили? Слушай, реально спалили, прикинь. Блять. Ну, меня не видно. Может, пройдет паника? А где они убитого нашли? И я не убивал никого, говорит, убитый. А я не убивал. Я оглушал всех. Он подходит уже. Сейчас мы его глуханем. Он сейчас сюда зайдет, скорее всего. Тихо. Ну чё он там топает? Так, давай F5. На всякий случай. И спокойненько пойдем, без палева. А я не нападал? Я хоть правильно-то иду, блядь? Вообще нет, как будто. Подожди еще раз. Теперь я точно знаю, что Леша жив и находится в лагере местных, так что что-то среднее между... гостем и пленником. Выбраться отсюда живыми мы можем только вместе, так что я должен организовать ему побег. Ага. А мы его ни хрена не нашли. Хотя иду вроде как иду, так и иду. Я в ахуе просто, как они вообще... Как они просто меня находят? Тут просто никого нет. Я, скорее всего, сейчас буду просто колупаться до ночи, короче. Просто до ночи буду. Сейчас ночь будет и все. И там уже разберемся с чувачками. Где ебаный Алексей? Бля, давай я Лёху найду сначала, это вообще пиздец.
Типа мне вот сюда, блядь, на самый верх надо подняться. Ну да. Ты иди ты нахуй, блядь. Дурак, блядь. О! Засейвился нормально. О, красиво. F5. Вот это уже нормальная тема. Так, чё по Лёхе вообще? Ситуация какая? Тут Лёхи нет. Ну я понял. Мне в любом случае надо было туда идти. Козлы, блядь. Ну ладно, одного вальнул. Тихо, блядь. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Оп, не сюда. Так, поехали, поехали. Эх, хорошо. Все, погнали с другими потеть. Все равно палец, что ли, блядь. Уёбки ебаные. Ты смотри. Ты смотри, а? Выцеливает там меня. Ну, прячусь, прячусь. Ладно, потушил. Все. Я меня сохранила. Нормально, сейчас раскайтим. Прячешься, сволочь. Ну прячься, прячься. Нифига он. О, бляха. Ребята, там внизу. Это мне показалось, что ли? Вот он, ребята! Ай, блядь. Ладно, второго тоже пиздану. Он заебал. Перезаряжай! Ты иди ты нахуй, блядь. Ну, двоих убил, ладно. Ну, а что делать? Неплохо. Я считаю, неплохо. Мог бы вообще, на самом деле, без палева. Мог вообще без палева пройти. Реально. А тут замазался. Тихо вы. В итоге, короче, двоих, блин, заструячил. Блять. О, отошел сам, прикинь. Чё это? Подожди, я вперед, если тут что. А, да? Так, нет, это по сюжету.
Хотя не факт. Ой. Пират. Ку-ку. И чё? Сваливай. Он палит прям, прикинь, палит. Похуй, короче. Ребята, я на нижнем хуторе, бандитов человек 30. Веду их с дороги, продержу по полчаса. Да, может, не надо было убивать того бандита? Фиг его знает. Не, ну бандитов-то точно надо убивать. Нормально. Спасем сейчас. Ну чё, как-то его можно спасти-то? Вообще не понимаю, блядь. Да спаси его, господи, помоги, скажи, он скажет зато своим, что типа вот нормально, спас, спасибо, братишка. Главное, бандита, блядь, мы спасаем, а этого мы не спасаем. Чё за бред? Вообще не вдупляю. Не, я в ахуе. Просто не спасти. Вот это реально бред. Так, и сейчас, блядь, лагерь бандитов. Ладно. Что-то вообще не понял. Бля, арбалет же, он вообще беззвучный. Как я его вольнул так? Ну ладно. Это ча. Хе. Это ча. Не было. Бля, прикольно так все заставлено. Прям реально российская это. Российская, короче.
Избушка. Блин, ну здесь прикольнее антураж на самом деле, вот чем в Atomic Heart. Я так скажу. Там, конечно, так, типа. Тут прям очень проработано. Да ебени матери как. Очень проработано. Это прям уровень, знаешь, чего? Я сейчас скажу тебе, чего. Это уровень, наверное, резика 8-го Village. Вот в Village также, типа, все прям. Левел дизайн прям хорош. Это респект. Главное на ветку не наступить. Валера. Так, это мне куда? Это мне вон туда, понятно. Опять. Херь какая-то упала вроде. Надо проверить. Вот, что там под деревом, а, братва? Он один здесь? Он сейчас просто спамил репликами бесконечно. А, нет, тут до хрена народа, типа. Опа. Тихо. Вот это нормально. Вот это стелсик. Чё за звук, блядь? Как будто я что-то хуйню какую-то сделал. Это же бандит, я надеюсь. Блин, ну звук был вообще, как будто я игру проиграл. Реально. Что я сделал? Хотя, стой. Сейчас просто посмотрим, как это. Может, реально там. А, он сразу заавтосейвился, прикинь. Ну, понятно, что. Я не понимаю, у него, во-первых, сверху навес и снизу навес, а я беру только одну движуху. А я только рожок беру. Что, блядь? Ой. Спалит.
Тихо. Красотка. Пять. Так, и чё? Дальше туда идти. А куда дальше? А как? Как-то подняться? Бля, мне, видимо, туда не надо было, короче. Мне, видимо, вот так вот, да, по возвышениям идти. Чё, блядь? Ага. Окей. Ну что-то какая-то опять замануха. Как будто сейчас я либо буду с дохерищем народом сражаться, либо медведь высрится. Одно из двух. И надеюсь, я Лёхин труп не найду. Ну да. Первый босс, наконец-то. А может огнем? Подожди. А, только у меня... А, один разрывной. Блять. Воу. Да, блин, смотри, какая винтовка. Почему с карпом вот мне не дали посражаться? Это вопрос века. Не, похуй, я тебя загандошу, чувак. Ой! Что такая башка плотная, блядь? Воу! Кайтим. О, блядь, видишь, как он распрыгивается красиво. Пизда. Бля, мне кажется, вообще все окрестности здесь слышат, что происходит. О, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я тебе говорю, тут по всем горам это слышно. Тут такое эхо. Хера он плотный, слышь? Блять! Сейчас зажигалочку в тебя кину, чел, блять. На, гори нахуй. Они же молотовым закидывали его так-то. О! Ебать, огненный, сука! За мной бежит, прикинь. Но огонь что-то так себе, конечно. Чисто спрайтик такой, голимый. Блять.
меня очень много. Ой-ой-ой-ой. Бля, я не в бошку ему стреляю. А он вообще сдохнет, нет? Мне мало осталось патронов. Хера ты тушишься, Миша? Мишаня. Пизда. И чё, он всё типа? Засал. Понял. Ну ладно, хоть дали повоевать против него. А чё, мне куда топать? Мне дальше туда? А, типа это.